Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня будем играть Wicked Ranked в игре Gods and Chain на free-to-play аккаунте Midrange Nature. А-ля среднедистанционная природа. Перед тем, как я начну раскидывать всем оповещения, включу никогда всем нужный нейрофонг, не FutureBase. Подписывайся, ставь лайк и... Бежими в мубенцы. А я пошел кидать сообщение о оповещении стрима Discord и в Telegram. Сейчас я запущу уголь хром. Что нового в хром? Спасибо, не надо. Барабам-бам. Так, телега. Вещего Олега. Есть. Запускаем Radio Record. Надо сначала его открыть. Radio Record. Так, а где нейрофонг? Я уже забыл, как его найти. Сейчас найду. Future House. Наверное, где-то внизу. Grove Jungle Rock. Hypnotic Old School. Техно. Future Base, нейрофонг. Так. Вот, ну, как обычно, ничего нового. Нейрофонг, как всегда, почти никогда не добавляет новые треки в радиоплейлист. Так, громкость пойдет. Надо подготовить описание. Так, у меня ранг Solar Gold. Ноль из нуля. Здорово, Хэппи. Норм стрим подкатил. Да. Не то, что ваши... Непонятно что, не непонятно на чем. С непонятно каким FPS. С непонятно вообще... Живой благодаря Антофе и его клипам. И мему раскартовки. Два картовки, три картовки. Ну ладно. Про звук забыл. Звук это вообще отдельный басник. Блин, кстати, скоро легпак. Как раз, наверное, надо идти фармить легпак, потом уже открывать все баки с уикенда. Вместе с легпаком. Блин, меня сейчас так будут дрючить, наверное, на соляре. Просто не представляете. Блин, чё хром так много жрёт? Ладно, может, пусть отпустит чуть-чуть. Хеллрумы. Одни хеллрумы. Дайте мне, пожалуйста, уничтожителей. Вот он. Хотя это зомби, скорее всего. Зачем мне Глинвивер против зомби? В любом случае, надо убирать все тяжелые карты.
Это по-любому зомби. Но... точно же не Hellroom. А зомби он-то ничего не вытаскивает со своего войда. Антофа, мне кажется, Антофа на стриме у величайшего топ-1. Сия Твич, сия Руси. Сия Грайсмейстер. Единожды победивший Грайсмейстера. Новый материал на мемы собирает. Может быть. Блин, ну почему-то не попал. Беджерок. Беджерочич. Беджерочек. Обелиск. За три маны. Некроцептер. Блин, на ломателе пух нету. Надо начать фармить фавор. А, конечно же, руна силы. Блин, там таунт вышел. Но мы сможем 3 урона нанести кому-нибудь, либо кинуть вино. А, что за 2 маны сделает? Бомба. Здорово, Фонг. Ты уверен, что сможешь выстоять в конкурентной борьбе с Михалычем за зрителя? Я не соревнуюсь. Я уже знаю, что эта битва проиграна. Smashing Steel. Где Нефариус, когда он так нужен? Нефариус. Ау. Блин, зомби. Душат. Давай, Бейджер. Ну, как всегда, я тебя понял. Вопросов не имею. Вим-бим-бим-бим-бим-бим. Ох ты. Мощно. Я хочу сделать вот так. Сколько это урона? 4. Это не летал. Как всегда. Уважительно, Бэджер. Пошел туда, куда не надо. Зато с уважением. Что там у нас будет? Опять бабочка. Да, опять это фея.
Ночная бабочка на улице порхает. Как им и везет, что в магазине нету ломателей пух. Просто настолько мощно везет. О, семерка сейчас будет. Минус два всем. Ну да. Бафаю своих. Убиваю чужих. Но я сделал все, что мог. Я пытался, но у меня не получилось. Бэджеры не летят. Нефариус не приходит. Можно сразу поражение засчитывать. В принципе, можно даже ему сдаться и открывать паки. Легендарный пак, правда, позже открою, ну ладно. Будем открывать паки за прошлый викенд. Посмотрим, выпадет ли Wildfire мне. Чтобы я обоссался от счастья. Не Wildfire. Еще раз не Wildfire. И еще раз не Wildfire. Все, теперь пошло 5 MJ паков. Ох ты. Никому не нужная карта. За 2 маны. Курса, прикольно. Волк тоже хорош. Ладно. Волк с курсой это центов 50. Но это точно 0. Блин, вроде рэр паки. Столько крутых карточек. Сники Брюстер, Шадоу, Глимвивер. Все остальное бесполезные вообще существования. О, Shadow еще одна. Никому не нужная карта. Амазонка в Амазонке. Фронтлайном за 3 маны. Можно будет добить. И Shadow. Land of the Death. О, на Амазонок баф. Плюс 1 хп всем Амазонкам и Вайлдам. И еще берешь Амазонку. Хорошая карта. И лисичка, ух ты. Можно лисичку засунуть вместо чего-нибудь. А вместо чего засунуть лисичку? У меня тут все на своем месте.
Я не знаю. Не вместо чего мне лисичку засовывать. Поэтому next. Поехали. Норм название деки. Конечно. Как еще может называться дека на фри-то-плей аккаунте? Можно засунуть не всю лисичку, а только хвостик нее. Я видел такое видео. Блин, ну, идея, конечно, прекрасная. Но реализовать ее будет сложно. Блин, где эти противники? Сразу видно, на натуре играешь по названию. Видно за 3 километра. Вот Нефариус, где ты был в прошлой катке, друг? Не друг ты мне теперь. Блин, вообще не заходы. Нереальный. Ну, Конопи пришла против Люркера, это хорошо. Воруй мою молнию. Воруй мою Конопи. Блин, на соляре просто нереально. Чтобы верняк. А это молнию прибережем для Энфорсера. Меч украл. Я понял. Вопросов не имею. Здорово, Антофа. Давай разберем одну ошибку. Блин, ну... Какой смысл разбирать одну ошибку, если это просто ошибка? Что ты хочешь разобрать? У вас эти ошибки с Гориком одинаковые. А, ну, как... Сейчас надо бы черный экран быть сначала. Ром подрубаю. Вот, я помню, как я дал ему фавор, или что я сделал не так. Или надо было бафнуть. Бафнуть надо было вот этого чувака. Ну да, бывает. Бывает. Я признаю. Надеемся, что у него нету рэпча-дэнса. Но это глупо. Но почему нет? Не фавор. Фавор это другой. Я понял, надо было бафать мальца с баблом. Вместо того, чтобы дебафать противника. Вот и раптюра. Скорее всего, на мулиганины в самом начале. И он терпел все это время, чтобы ее взять. Заюзать. Офигеть, на моих даках с той недели V15 в сумме 5к игр. Круто. Популярность она такая. Все потому, что они дешевые.
Задачка, как это убить? Еще одна раптюра, как всегда. За первые 12 карт 2 раптюры выпадет ему. Ничего необычного. На Агродесепте вообще играешь с удовольствием. Быстрые игры, есть профит и интересно. О, смотрите, кого мы видим на соляре. Не, ну вы видели? Ибо я отказываюсь это повторять. Демогорган. Сейчас еще Вазерфингеры станут какие-нибудь. Здорово, Хантер 9. Вместо БК надо было лучницу брать. Ну, это факт, да, я не спорю. Чтобы снять Экрилету. Бабл. Но кто знал? Кто знал? Оказывается, играя на соляре, можно заработать на Демогоргона. Но мне кажется... Этот чувак не заработал на него, а либо он играл, когда их можно было выбить с паков, либо он просто вкинул бабок и купил. Странно, что Ивана еще его нет. И нет, ты забыл подписать, и никогда не будет. Будет, да-да. Играя на агроприроде, он мне так нужен, этот Демогорган. Серн уже есть? Нет. Я пока придержал эфирки, которые мне дали. Уже выбрал себе яхту на призовые историка. Две. Эх, ладно. Одна трапа была, вторую не видно. Скорее всего, вторая трапа будет. Poison. Опять уменьшалка, нет, людяс. Спрячет, скорее всего, его. А что у меня там, хант есть? Гроув второй. У меня нет второго Гроува. Конопи. Сюда. Интересно. Значит, делаем вот так. Хилим всех. Призываем Твин Страйкера. И бафаем всех волком. И ждем Раптюр на следующий ход. Чтобы потом поставить семерку. Может быть, Хилин Элит. Вместо Раптюры. Выставляемся максимально под раптера. Да-да-да. Именно так. Зачем делать что-то другое? Если можно самоуничтожиться. Здорово, Дастапен. Больше побед. Спасибо. И тебе тоже много побольше побед.
А, он руту забрал. Тоже есть такая карта. Еще подкинет ордер. Таунт. Здорово, Горик. Только так. Может быть, второй Демогорган? Не. Сейчас будет два урона, но его заберет, разобьется Орикса, добьет его. Неплохо. Ну, я не думаю, что нет. Скорее всего, да. Он так и сделает. Нет, вы посмотрите на это. Прячет Орикса. Мне нужно вино. Давай, игра. Ты знаешь, что мне нужно. Только не это. Мышли Стаппинс. И сломаем ему пушку. Как раз выставляемся под раптюру версия 2. Сломаем ему лицо. Как повезет. Вот он. Защитник. Плюс вор. Ладно, Бэджера не буду призывать. Ой, он у меня забрал карту. Жахни по нему хантом. Шандарахни со всей силы. Ару. Ну что ты? Десепшн с Демогорганом. Какой твой ход? Он... Одна карта у него. Это украденный гипопотам. Вторая карта. Можно сделать вот так, чтобы поменьше было урона. Три. До свидули. Вот так нагибаются покупыши. Закупыши. Задумался бот. Это же не последний стрим на сегодня. Да я не знаю, слушай. Уже поздно. Может быть и 30 побед. Но если буду делать 30 побед, это же до ночи будет.
Хочется отдохнуть. Легендарный пак, пацаны. It's a legend pack. Все карты, даже рарку не дали. То значит, такое будет говнище. Смотрите. О, обожаю эту карту. Я как вкусно. Стриксхаунд. Лучше б я его не открывал никогда в жизни. Цербер Стикса. Эту карту, и не знаю, когда-нибудь вообще использовали или нет. Большой вероятностью уверен, что никогда в жизни ее никто не использовал. Кстати, на мага легендарка за 6 маны из MJ сета взлетела в цене просто невероятных количеств. Кто-то решил закупиться сильно. Ну почему зомби? Мне лягушка 2-2 ПКД слегпака падает. Хреново. Что это такое? Смотрите, покажу карту, которая выросла в цене невероятно. Кто-то купил 19-30 карт. Вот. 2-5 баксов. 2 бакса, 5 баксов. Карта просто useless, никогда не использовалась. Но кто-то взвинтил на нее цену, может быть, будет использоваться в викенде у кого-нибудь. Да как мне его убить? Неиграбельную карту бафнут. Может быть, бафнут. Но они ж не обещали бафы там в ближайшее время. Патчи всякие. Но опять некроцептер пришел на зомби ДС. В чем прикол? Как это работает? Обещали патч, но не сказали когда. Разве обещали? Ну почему ты делаешь больно мне, Бейджер? Почему они мне делают больно? Это все из-за того, что выиграл турнир по-любому. А нубов в землю закопают. Ты, я не верю. Я не верю. Да что это такое? Как это называется? Посижу тут лучше. Здорово, Айвалия. Загорел от Михалыч, как он плохо играет. Я не знаю, зачем его вообще смотреть. Это Антофа просто распиарил пацана, у которого, не знаю, уже консервная банка в черепной коробке.
can't do that. We all have our limitations. Только не в лицо! Только не в лицо! Хорош, ну... На одно хп! Какие ошибки, это чего? Надо было оверкиллами в единицу бить. Да они б не попали! Я понимал, что надо в единицу бить. Консервная коробка. Они бы все равно не попали. О, ломатель пух. Есть шансы сломать этот септер. Блин, ну вот что это такое? Почему такие идеальные заходы у всех зомбей? Ох, ну... Это, конечно, скип. Два зомби и идеальные заходы. И нет нефариусов. Вот так. Соберешь сам зомби, тебя так будут все мурыжить. Налево-направо. Контроль маги всякие. Попробуй контроль мага. Убей на зомби-колоде. Просто растопчет тебя. Паладин. Паладин, да. Паладина, мне кажется, понерфят. Дамон бой, блин, знакомый ник. Где зеркалки природы на природу? Сколько нужно в соляре побед для годсов? 4? Скажи, когда регать будешь. Нет, я таким не занимаюсь. Четыре победы, хорош. Расти зеркалку хочешь. Но я хочу легально. Сегодня, кстати, природа вообще мало что-то. Конечно, потому что природу нерфят из патча в патч. Откручивают ей рандом. А всем остальным подкручивает, ну, всяким агродесептом, зомби-десом, хелрумом, даже магом. Всем, кроме... Даже варом на реликах подкручивают, а природу посылают куда подальше. Поэтому выбор-то очевиден. Но я не могу его сделать, потому что единственная хорошая карта у меня только на природу. Это чтобы новички знали, что им тут будет непросто. Унижение... На перспективу, я так понял. Так, ну давай монетка за две маны, еще какой-нибудь ремув. Нету ремува. Ты что, глупый? Все бафы нет, еще один волк остался.
все бафы пришли, и все равно сейчас будет, возможно, шрапнель. И хрен я его набью. Хэтчкинг. Прибережем пацана. Пять хп. Но был бы вот этот чел живой, были бы шансы. Так, одна шрапнель, я погиб. Гатса Чейн. Right now, показываешь, что до хрена природы. Не больше паладинов. Победа у мага. Ничего себе. Кэшбэк получается за зомби Десса. Но я остаюсь в соляре. Если я остаюсь в соляре... А, я еще не остаюсь. Шансы слететь все-таки есть. Но если буду в соляре делать викенд, это ничем хорошим не закончится. 23% природы, 13 паладины. Нифига себе. Это на каком ранге? На всех рангах? А выбери там, не знаю, соляра-мифик. Какие там показатели? Во, если я, наверное, проиграю этому магу, то слечу в аурик, так как он с аурика. Драламар. Но у Драламара тоже есть зачистки. Ой, ну хант. Такая полезная карта против Драламар мага. Это с Даймондой выше. На всех рангах 28 природ, 12 паладины. Ни хрена себе. Ну это контроль природы теперь. Нет, это мидрейндж природа. Рука просто шикарная, конечно, против Драламар мага, который вообще ничего на стол не выставляет. Ох, 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 тяжелая и неказистая. Тяжелая и неказистая. Пушим. Под шрапнелечку через монеточку. Сейчас будет зачищен мой стол. Ну почти.
my turn. От шрапнели выживаю. Таун стоит. Еще один арайвал. Ох ты. Нужна конопи. Сейчас за 6 маны таунт выйдет, Минотавр. Хэтчкинг. И чистый мозг. Ох, чемпионка в фаворе. Вот такой маг выносит 22 дамага за 9 маны с пушкой. Окей. Да что это такое? Сейчас какой-нибудь анбаунд полетит. И как это убивать? Шрапнель. У меня много боев было на одном хп. На тонкого. Как можно было такому существу еще конфуз накинуть? Я не понимаю. Опа. Найди летал. Thank you.
Хелена, он не может поставить сити-планера, только если поставит. Я его не убиваю. А на следующий ход Хелена лид сядет. Он разгоняет ману. Ну все, это ГГ. Поздравляю вас. Мы прошли игру. Так, го посмотрим деку, который он тоф кидал. Наверное, одна из вариаций училок. Где ты? Я гружусь за тобою. Также никто не играл. Две чемпионки. Unbound, Shrapnel, Ratify. Alastrina. Прикольно. Флейм, разгон. Добор. Два бабла. Димитриос. У меня, в принципе, есть все, кроме Димитриоса и Аластрины. Даже у меня чемпионка, у меня есть две чемпионки. СПД, X2 Flame плюс Виапон. Не понял. Не очень дорогая дека так-то. То это факт. Но 30 баксов где-то. Или там даже 24, не умею считать. Нет, ну на 1.7 умножай. Будет у тебя в баксах. Пушка 30 баксов стоит. Это палас? Ванда? Или как? О, Hellroom. Отлично. Отлично. Перформанс артист. Септеров. Аристрил. Септер, да. Что это? Возьмите топ-дека вашей колоде. Будет помещена. О, это жесткий чел. Он сейчас будет из Войда таскать карты, я так понимаю. Welcome to casino. Welcome to Miami. Казино смерть. Но ему заходит. Сейчас какая-нибудь еще тяжелая карта попадет. Войд. Блин, как офигеть, это не ремовы. А мне заходит он сладость. Волка просто так отдавать надо. Чефир в радость, да. Сжигаем у мощных существ в Войде. Но пока только одно, что мне одно сжигать. Пусть что-нибудь еще призовет. Да ну нахрен! Вы это видите? Одни ремовы. Это что, ему 10 раз не зафартило, и теперь появился я? Тайт. Мы идем к вам. Так же он. Меня имели 10 каток подряд, и теперь я нашел тебя.
Буду чистить все, что ты будешь ставить. Да как мне это убить теперь? Сейчас еще одну курсу кинет волкера. Он волкера убил? Фух. Слава яйцам. Охренеть, он может выбрать прям. Забавно. Не зашло, да? Я понял. А у меня прям full house. Типа того. Живу как могу. Что это такое? Он только вражеских существ убивает. А чё, сжигать её? Или не спешить? Бан? Какой бан? Так, что он делает? Копирует силу и случайно существа из вашего воида. Он, судя по всему, не скопировал. Блин, как его убивать? Шесть, двенадцать. Блин, просто жесть. Забань, пожалуйста, и пофиг. Он такое из пакетов вытаскивает. Я просто не могу на это смотреть. Одни алмазные лиги. Ну, везет человека, что поделать. Да пошел в очко, это чел, ну какого хрена? Да ну нахрен. Просто мама ради меня обратно. Пошел, знаешь куда? Ну, это незаконно, я считаю. Две пятерки. Единичка, которая вытас... Блин, ну, я не знаю. Вам тоже повезет? Ванную, заклинаю. Да, ванную. У тебя, наверное, просто дохрена аккаунтов, на которых ты берешь больше 10 побед. И все. Как бы по статистике, если много открываешь паков, рано или поздно придут хорошие карты. Тут нет ничего удивительного. Короче, нам ванную, а ему алмазные лиги. Ясно? Ясно. Да-да. Наверное, не ванную, а вангую. Он хотел написать. Для чего вы на одном все лутаете всего? Да, конечно. Я тогда Дева Мария.
Если б хотел, так и написал бы. А тот специально порчу навел. Возможно. Почему-то мне кажется, я победил крутого Десепшена, а этого Десепшена мне не получится победить. Есть две попытки. С первой же попал. Отлично. Контроль Десепт Антофа. Да, круто. Я знал, что вы не поверите. По факту так и есть. Конечно, да. По факту. Что она делает? После того, как существо выходит из ордера, превращается 5-5. И дает Бёрн плюс 5 каждому остальному существу. Иди знаешь куда со своим поджогом. Нам такие существа на столе не нужны. Поджог она плюс 5 кидает всем. Потусуйся в войде. Попробуй, бабка колдуй дед. Попробуй. Попробуй. Ваня, Ваня. Гроф ему выпал. Неужели раптюры две сидят в руке? Нормально. Чекайте. Возможно, с какой-то вероятностью это летал. Но... по факту я не знаю, не хочу считать. Да. И это летал. Готса залутал. Это вам не Михалыч на фри-ту-плей на маге, когда у него 400 уровень. 400 уровень. Он просто все карты скинул в магазин по лоу прайсу на медвежке. И ноет, что... и у него там подкручивают что-то. Раскартовку надо делать. Он уже давно сделал эту раскартовку. Он дурит людей. О какой раскартовке вообще речь идет? Давно уже все карты слиты по лоу прайсу, наверное, как только паки дали, так сразу слиты. Даже не задумывается. Конечно, в шахматы я играть не умею, я про шахматы ничего не говорю. Вот. Реванш. Я уже хожу второй. А я какой ходил? Я вроде и ходил второй. Ну что это такое, чувак? Стрекозы. Оставляем. Вивера убираем. Блин, а подешевле есть какие-нибудь карты? У него Weatherfingers и Wildfire по-любому. Штук по 5 можно скрафтить. Может быть. Не, ну... у него же старый аккаунт. Тогда еще не было Weatherfingers. Шесть, пять, семь. Игра намекает. Нормальных карт, чтобы сделать
быстрому минус все хп у тебя не будет. Я понял. Тем временем он просрал две прочности, чтобы получить всего 3 фавора, а мог получить 6. Я уже забыл, что у меня стрекоза есть. В самом начале лежит, я подумал. Что же ставить? Оленя не могу, шестерки не могу. Сатира просто так. Это бред. Кину сюда, минус 3 хп, останется 2. И ставлю сатира через монетку. И убиваю одной стрекозой. И 6 урона по лицу. Минус 20% хп. Даже больше уже. Но шестая мана не за горами. Ту-ту-ру-ту-ру-ру. Трапы пошли. Рано он трапы кидает. Еще минус 10%. Будем тяжелую артиллерию выставлять, чтобы не попадаться под раптюру. Залетел впервые в Даймонд в Викенд. Я совсем дурачок. Кто, ты? Да и... Сейчас тяжело ранг поднять. Ты, значит, гений. Почему дурачок? Из соляры не выбраться. Ох-ох-ох. Смотрел сегодня повтор турика, с похмелья выиграл. Дорогого стоит. Отдельное спасибо Антоша за помощь. Помощь? Какая помощь? А, ну вот я так и знал. О красоте. Чат тебе нормально помогал, да. Вывез полностью. Если бы не чат, никогда бы не выиграл турнир. Попробуем забайтить его на раптюру. Конечно, конечно, поддержка была огонь, да. Поддержка. Что? За это спасибо. Не ставит раптюру. Ну, я сейчас покажу ему, что такое Firewine. Жаль, я уснул. Да это было долго, да.
не хочет раптеру кидать. Вы только посмотрите на него. Я на десепте. Ага. Ох. Вот и гнидыч. Должен либо шестерку, либо семерку воровать. Скорее всего, семерку. На, не угадал. Что вытворяет? Как он ему время хватило еще пингануть? Все время просрал. Я не верю, что у него нету раптюры. Вот хоть что сделай, не верю. Вот и она и пришла. Все, на два пака отыграл. Хорош. Ошибается чел. Но он ошибся в том, что решил играть. Это его единственная ошибка. Сейчас он выпустит семерку, которая снесет гиппопотама. Я ее убью. Конопи вместе с формой. Или даже вангуарда кину и киформу. Он даже так делает. Вы просто посмотрите на этого победителя по жизни. У него что там, Хелен Элиты в рукаве лежат? Что он настолько не спешит? Если у него нету Хелен Элитов, то он труп. Weatherfinger. Как раз поджог, сейчас два урона уменьшится. Следующий ход семерка. Который я не убью. Как диджей на нормальный музон вдонатил. Признавайтесь, негодяи. Никто. Блин, ну что это такое? Почему он так разносит?
Что ворвался, не поздоровался. Мега Масаев, давно тебя не было. Что-то куда-то пропал. Куда пропал? Раптюра. Блин, ну стабильно две раптюры приходят этим десепшеном. Что с ними делать? Опа. Вот решение. Давай Везерфингера второго поставь, Акрилета, можешь еще поставить. Шесть карт. О, Везерфингера нету. Это радует. Итак, весь трэш выставил. Рискуем. Отлично. Везунчик наказан. Бинго. Бинго-бонго. Прикиньте, сейчас мифика залечу. На этой колоде. Опять эти иконки. Хемлер. Был на спецзадании, занимался крайне важными настройками отечественной системы гипервизоров для охот... для обхода прот-механизмов. Я думал, ты медведей в лесу искал. Тогда ладно. Да, Антоф прям сразу раскусил. Опа. Привет, Алиэкспресс. Я видел, ты запускала стрим. Как успехи? Как нелегкая жизнь на пятом этаже? Алиэкспресс. Сейчас запустим одно ваше криптоболотце. Одного. Блин, ну что это такое? Почему такие мощные чуваки? Нормально. Ну, это хорошо. Хорошо, что все хорошо. Мы вот играем, видишь, в игру, в которой как Hearthstone. Но еще можно что-то подлутать. Какие-нибудь NFT-шки. Так, надо убивать Финиана. Дожить до ханта. На гитаре учишься играть, круто. На гитаре или на укулеле? Я играю в Hearthstone, там вышло новое дополнение. Поздравляю. Блин, чувака просто карт-бланш. Бор, Финиан. Даган. Что может быть прекраснее? Сейчас в яблочко еще. Но эта катка точно не для меня, пацаны. Надо... консидить. Срочно. Укулеле и гитара. Круто. Еще Wildfire. Сразу.
Скипаем и идем next. Я думаю, столько намеков мне дал противник, что не стоит продолжать. Укулеле и гитара. Круто. Я ни на одном инструменте не умею играть. Кроме как на нервах. Фингерчпо. Что? Со словами поосторожнее. Это тот 14-летний человек в чате. Блин, не знаю, зря они Фариуса скинули или не зря, но мне нужен меч. Против паладина без него никак. Выцеплять пальцами. Понятно. Фингерстайл. Вот вы просто посмотрите на этот заход. Либо я отказываюсь показывать это снова. Ух, и выставить нечего. Блин, Фонг, ты вообще... адекватный? Некоторые стримеров я могу... курсором читать карты, ты можешь также настройки поставить. Сейчас поставлю. ХЗ, полезно это или нет? Расширение не запущено. Все, я запустил. Радиант. Блин, как всем заходит, а? Я что, пробудил древнее зло? Что это за заходы невероятные? Волшебного качества. Иман, полетели. Ссылки. Просто. Так, сразу next идем. Игра, походу, не понимает, что нужно прекращать. Такие заходы давать моим соперникам. Это я затарился на мифик. И все. Как относишься к... не к Глай? Может, ты имела в виду? Это слишком жесткое слово для 14 лет. Я не понимаю. Расшифруй поподробнее, о чем ты имеешь в виду. Блин, ну как я отношусь? Про него умно сказал Моргенштерн. Этот человек, который будет добиваться чего он хочет любыми путями, любыми способами. Вот. Вот так описывает этого человека. Я понял. Ш-
Что это было, вы видели? Я сломал эту игру. Ну вот, узнаем что-то новенькое. Ты знал, что так зовут Никоглая? Не глотай. Он кинул трапу? А, болт. Я не знал. Теперь буду знать. Он вроде прославился тем, что крутил себе зрителей. Наверное, ты это имеешь в виду. И это великое разоблачение. Никоглая. Не знаешь это разоблачение? Мне кажется, все это знают. Он сам это сказал. Походу, сам Бам крутит себе зрителей. У него их больше, чем у Ивана. Ну, он же как-никак на англоязычную аудиторию работает. Вот там просто больше людей знают про игру. И все. Можем разлучить тебя. Могу написать сообщение со всех аккаунтов. Не надо. Я в разоблачении не нуждаюсь. Блин, а чё все эти чуваки начали эту карту пикать? Что она делает? В начале вашего хода дает случайное зачарованное оружие в вашу руку. Она еще в Хайдене. Какая-то имба. Идет медведь по дурдому. Смотрит. Школьники в киномобиле играют. Сел к ним и Гугоц показал. Гугоц. Это факт. Надо добор забрать. Даже чел с ником на том путат напишет. Нет, не напишет. Ты ошибаешься. Если он еще раз бочки кинет, я буду немножко разозлен. Бочки 3 маны стоят. Значит, не кинет. Как относишься к Парадеевичу и Даше Корейке? Дождь хренарит, пацаны. Вы можете слышать дождь в микрофоне. А как я отношусь к Парадеевичу и к Даше Корейке? К последней... крайне... негативно. А к Парадеевичу не знаю. Я не помню, кто это. Не, поэтому не могу сказать, как я к этому отношусь. На фри-то-плей Аки не собиралось много, кроме природы, за эти месяцы. Нет, никого не собиралось. Хайден, Твинстрайк. Твинстрайк, конечно, ё-моё. Рор и Твинстрайк за 5 маны, 4-4. Сюда. Фри-то-плей-вар неплохой. Корейку люблю, очень вкусно. Вон хорош. Так. Если он пушкой ударится,
Но он 3 хп себе выхилит. Мне все равно нечем его добивать. Только если я вытащу с добора. О, он сдался. Шикардос. Дэмэ, а чип нау. Конечно, очень very cheap. Free to play прям. Домогорган этот с free to play воплоти. Пакетики, пацаны. Надеюсь на Wildfire. А вы? Либо какая-нибудь легендарка. Ну да. Все сразу выпало. Легендарки, Wildfire. Засыпало меня лавиной хороших карт. Тире нет. А, кто это? Hellroom? Или же опять Zombie Death, которого я еще ни разу не выиграл? Которому стабильно на третьей мане некроцептер приходит. О, это скорее всего Hellroom. Надо искать. О, блин, ну ладно. Искать надо единичку, которая... О, Глимвивер, хорош. Мне это нравится. Жду Демогоргона в Star Story. Блайн бомба. Блин, какие тяжелые карты. У меня же так много дешевых. Некроцептер плюс Hellroom. Вы видели такой Хелтрас? Что это такое? Это он решил закомбить. Только Анубина. Но это же не Анубины. Но ему насрать. Еще одна блайн-бомба или курса. А с монетка за 4. Ритуал. Я на другой... На другой скипетр не хватило. Ну, они примерно... Не, ну, тот, конечно, подороже стоит. Конечно, ломать. Крушить. Надо сервантик теперь вытянуть с магазина, чтобы вторую уху сломать. God mod. Режим бога включил чувак. Блин, чё, я так и не убью-то хатку? Он еще серван забрал. Вы посмотрите. Просто посмотрите на это чудо. Как ДСом против меня подкручивают. Мое почтение. Все. Это не Анубиан. Пол хп сняла одной-то хаткой. Awaken. Просто жесть. А белка против смерти неправильная. Но если я еще обилку буду под каждого подбирать. Я ж не знаю, против какая-то будет смерть, понимаешь?
зомби это, казино или хеллрумы, чтобы обилку выбирать. Девяносто девять хеллрума, ну да, отлетело двух зомбей, 99 хеллрумы. Согласен. Не попадешь же, попало, ни хрена себе. Вы свидетели невероятного. Как думаете, сжечь-то хатку вместе с вот этой легой? Если он сейчас Land of the Dead скинет, он призовет рывок, то хатку, 3-4 карты. Но это глупо, поэтому терпим. Это 1% тебе залетает просто потому, что ты особенный. Я тоже так думаю. Так думать гораздо приятнее. Может быть, это, конечно, и не так, но, скорее всего, именно так. Иду 6 побед на соляре. 6 побед из 11. Где вы такое видели? Еще одна победа, и уже один рарный пакет будет. Чтобы получить 3 пакета, надо 10 побед сделать. Слишком много, я считаю. Блин, по-хорошему надо было подкопить на чемпионку. Две блайн-бомбы вышли. Остались курсы. Сколько у меня урона? 4, 5, 6. Привет. Плюс... Я украду тебе идею с голосовыми. Пожалуйста, здорово. Land of the Dead. Сегодня приснилось, что у меня в колоде был Демогоргон. Жесткий сон. О, чемпионочка. Плюс ХП. Демогорга. Но мне тоже что-то про карты снилось. Что у меня какой-то лютый незаход был и все такое. Приснилось, что у меня волосы на голове. Половина волос выпала. И они стали серыми. Точнее, кожа такая, знаешь, просаленная, белая. И только по краям волосы остались, а все остальное жестко. Кошмары какие-то приснились, короче. Невероятные. Качество плейн волосы стали, да-да-да. Можно и так сказать. О, он что, из Войда что-то вытянет? Сильнейшее существо.
Надо убивать его, кидать Глимвивера. Хатка. Некромансер. Еще ломателя пух заберу на всякий случай. Жестный у вас. Ты первый раз. Мне такое никогда не снилось. Я не знаю, что это такое. И че, никто не остался клипа делать у Михалыча? Все. О, 8 по лицу. Потенциально летал на следующий ход. То есть через один. Сгорел, бездарно награет. 400 уровень человек получил. На моменте легендарного кристалла за 4 маны все стало ясно. А вы не забывайте про легендарный момент, когда мы целую катку слышали шифрованный шум поломанного микрофона. О, это просто сказочное время для ушей. Все ему пишут минус уши. А он чат читает только раз в жизни, когда выигрывает или проигрывает катку. Но мне кажется, он не сделает 6 побед. Антофа. Хочет знать, что было. Не рассказывай. Микросифонит, сейчас ребут на стрим. Да. Все дело в ОБС. Что с ним? Он в колоде у него есть? Есть у него в колоде, да. 4-мановый кристалл, 4-2 с вардом. Black Magic. Вот это ник. Осуждаю его ник. Максимально. Может просто не ложить колоду. У него он в колоде, он хочет его видеть. Это просто легендарка, понимаешь? Легендарка плюс к харизме. Сайтиленд Шард Белла. Что ты такое? Пикпокет, если вытянет любую из этих трех карт, идеально. Если вот эти две, будет обидно. Чекайте, сейчас максимум 2 бейджера останется на столе у меня. Это максимум. Он карты добрал. Ну, значит, будет получать. По полной. Но он еще не выставил существо, которое дал ему пикпокет. Есть вероятность, это что-то тяжелое.
С большой вероятностью. Блин, не хочется кидать молнию. Я знаю, что, скорее всего, это ошибка. Но я пойду на нее. Потому что энфорсеры не терпят подобного. Shadow дуэлистки коровые. Тяжелая форма десепшенофилии. Десептофилии. Возможно. У него так много карт. И уже пол хп нету. Но он мог хант у меня украсть. Конопи, молнии. Что угодно. Так, сколько трап вышло? Одна трапа. Ай, Валя, что ты думала? А, коровы. Коровы. Коровья. Коровья карта. Прикольно. Так это же не гилд. Просто так отдал инсигейтора. Бум. Гроув сейчас вытянет кабанчика. Индусы осуждают. Да, согласен абсолютно. Священное животное не должно быть осквернено. Если я сейчас попадаю, а я попал, то это летал. Что думаешь про нерф этой карты? У тебя же есть опыт в пушковаре. Нет, козел мог попасть в двойку. Какой карты нерф? У него в описании валидная случайная карта. То есть если там стоит таунт, то он попадет в таунт. На карте описания, что значит валидная цель. Валидная — это значит не в хайдене, не вот валид характер. Рэндом валид характер, понимаешь, рэндом. Оставляем. Пусть будет так.
Unrestrained Power, 6 мана. За 6 ману. Я не знаю, что это за карта. Фонг, я знаю, откуда это. Это джинсовая тема джинса. Человека-кабана. Кабанчиком пробегал. Инсайды. Пусть нерфят варов. Но я не верю, что варов понерфят, потому что они всю жизнь потратили, чтобы его апнуть. Если его понерфят, это будет странно. Шампанское открою. Таунты мне нужны. О, еще сервантик в магазине. Не надо. Надо сначала дождаться пруфов. Когда будут пруфы, тогда можно будет уже праздновать. Рано шампанское, значит, эх, где бы повод найти. Ты что? Любительница опрокинуть игристого? Хотя, блин, для женщин алкоголь влияет на мозг, как и всех, и на блин, сейчас как это называется? На яйцеклетке. То есть появляется большая вероятность, что у тебя родится ребенок с мутированными клетками, которые, скорее всего, будут какими-то нездоровыми. Инфа из Совета Смертных. А как же повод пятница? Алкоголевица. И на сосуды все. Ну, сосуды, если ты там рыбу ешь, то это жить можно. На мозг и на ноги. Ноги не знаю. Сужают и склерализуются. Ну, чтобы не было склероза, это учи стихи, изучай новую информацию, читай книги. Иваныч, ты что, пьян? Нет. Я уже свое отражало, не волнуйтесь. Ну тогда можешь идти в самый лютый разнос. Мутация — это ключ к эволюции. Не всегда. Изучаю новые механики Gods Unchained. Gods Unchained. Сервантик, добро пожаловать в семью. На самом деле хорошо, что я его убил. Потому что соль сюда кинуть будет 9 урона плюс чистый стол. Такой себе. Как же он мстит для этого вара. Мне хорошо заходит. Все, сразу консит. 9 побед. На колоде. Free to play. Еще даже щит не сломался. Блин, чувствую, алмаз близко. Это означает, сейчас все игры
оставшиеся будут с поражением. 9 побед, сколько? Хотя бы пока 3 есть. 2 пака всего. Надо делать 10. По-любому. Опять зомби. О, Нефариус, хорош. Десепты красиво варов убивают их же пушками. Но если зайдет, понимаешь, вопрос захода. Как же зовут бога, против которой ты играешь? God of the Death. That is not possible. If you want to see the void, all you have to... Буква М. Мерик. God of the Death. Мальшус? Нет. Это Мерик. Малефисента. Малисус. Энфорсер. У меня как раз есть молния для вас, сударь. Малисус, листыс нас. Начс, дездемонос. Да блин, ну... Началось. Некроцептеры. Значит, не приходят. А обелиски как нехрен делать. Че, рискуем? Давай, сюда попадет. Не попал. Как теперь на столе закрепиться? Нужно, чтобы с Минотавра 6-10 выпал циклоп. Ребят, какой VPN использовать? Это заставил обновлять годс, и трафик бесплатный закончился. Где-то быстро на моем VPN. А Вайнскрайб? Вайнскрайб? Через... Тор. Что за реклама? Я не понял. Спасибо. Я обычно еду в Австралию и там обновляю через Wi-Fi разрабу. Владик не ищет легких путей. Я понял. У меня свой VPN-сервер в Германии. Ну, фонг. На профессионалочах. Две блайн-бомбы, охренеть. Вот так и живем.
Просто как остановить это безумие? Кто-нибудь знает ответ? Ох ты. Falcon Forus. Первое сообщение в чате. Чё тот с былых времен все помнится год, сейчас не дают за 20 игр. Да и да нет. Смотря в каком то ранге. Если ты на соляре, дают за 4 игры год. Если на аурике за 6 игр. Если на Midnight Shadow, то за 12. Блин, почему у меня зомби имеют так? Вот кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Я ни одного зомби еще не выиграл. Ни одного зомби. Все зомби меня просто пух и прах разорвали. Го чекнем винрейт зомбарей. Сорок 2% винрейт. Это один и тот же чувак, один и тот же. Контроль смерть, но это не зомби. Я выигрываю у Хеллрума и проигрываю зомби. Просто. У которого 40% побед. Ё-моё, ну вы там портянки, конечно, пишете, ребята. Карточная фри-то-плей игра Gods and Chain позволит тебе без вложений реальных средств заработать каждую неделю от 10 до бесконечности. Все зависит от твоего упорства, количества дополнительных аккаунтов и свободного времени. Это мой текст. Третий зомби за викенд. И у вас тут своя мета в ауриках. Да задрали меня эти зомби. Когда-то богиня жизни Маласус. Малисус. Была любовницей Тхириэля. Пока люди не выгнала их и не впустила в пустоту. Там ее сердце горело от возмущения и долгое... Бесхарактерная ночь, подземелье. Блин, Антоф, а ты издеваешься? В подземном мире была кончена. Духи забвения заселили ее королевство и пообещали их бессмертное обожание. Но правитель благословил их подданных с поездками в смертное царство, где они нанесли ущерб своим диссидентам. Ну что это за первый ход? Ну, игра просто рофлит надо мной. Плач. Такой магии формировал ее внешность, превращая во что-то совершенно благо... бесчеловечное и демоническое зеркало для замученного пейзажа внутри. Ну что это такое? Просто издевательство. Смерть. Это не всегда конец для тех, кто командует им. Забвение. Это просто вторая колода карт. Вытаскивайте существа с пустоты и отправляйте их обратно на борт. Жаждут мести. Используйте силы в воскресенье и создайте армию неживых слуг, желающих порадовать ваши жестокие цели. Но последствия опасаются всем, всему есть цена. Развивай мозг, читаем книги. Я и так без этого читаю.
Да что это такое? Я не могу понять, как мне играть. Ну это, ну как? Ну это несправедливо, я считаю. Такие заходы давать. Он сейчас еще Wildfire кинет, чекайте. Везучее гнилье рядом. Что читаешь сейчас? Сейчас скажу, что читаю. Почему-то в описании к стриму упомянул какое-то количество дополнительных аккаунтов. Нет, такого описания в стриме нету. Код «Тайный язык информатики». И еле-еле середину переварил. Сейчас вроде интересное пошло. Малисус, любовница бога света и люди, я выгнал их в пустоту. Все, что надо знать об игре. Преступный схематоз с порога. Это же давай стрим, или я ошибся? Нет, ты ошибся, это видео. Это видос, это не стрим. Описание книги интересно, надо добавить. Добавь. Но ты ни хрена не поймешь вообще. Там схемы настолько запутанные. Что просто забей. Вижу 200 баксов на доске. Это принес ему Целестиал. Он ни хреново так карты залутал с него. Где-то 3 карты. Уже сотка. А еще я тоже до середины дочитал. Блин, ну что такое? Американское мастерство, американская школа. Артур Барроу. Актерское мастерство, американская школа, точнее. Вот что это за гнида такая, а? Везучая? Я вообще не понимаю. Я достаю из-за широких штанин длиннее и толще пожарного шланга колоду за $20 с мифического ранга. Смотрите. Завидуйте. Я — Паладин. А не какая-нибудь гражданка. Паладин. Паладин. Даган, пошел ты нахрен. Ударение бот не может, конечно, но не может. Паладин, каровые карты. Э-э-э.
Вряд ли у тебя получится понять, как это работает. Вот хожу первый. Сейчас семерки шестерками придут. Я уверен. По-другому же никак. Если унижать, то до конца. А если уезжать, то в Лас-Вегас. Ладно. Оставлю. На третий ход, чтобы стрекоз скинуть. У второго зомби 50% побед. 50%. И так заходит. Да пошел-то нахрен, ну. Ой, ну что за идеальные руки против меня? Уже третью катку подряд. Как это обозвать? Я просто не понимаю. Если сам стрекоз скинет. Ну, что же еще могут принести пикпокеты? Конечно, это будет не молния. Ху-ху-ху. Конопи по люркеру. Ай, красота. И молнию сохранили под... нашего любимого Guild Enforcer. Он еще украл у меня семечко. Просто вор. Мне нужен и волк, и молния. Поэтому оставляем. Что ж ты будешь делать? Я не буду Дору включать. Какая нахрен Дора? Да ну Бэджера, ну какого черта они делают? Я этого вообще не понимаю.
За сколько долларов включишь? Не, я не продажный. Я не из этих стримеров. А раньше включал бесплатно. Я просто не хочу ее включать. Ну, вот и все. Что, идем ва-банк? Под раптюрку. Но он может кинуть раптюру, еще поизон на Орикса, вообще будет супер. Это мисс летал был. Две молнии, если кинуть. Может быть. Я об этом не думал. Десять побед, это уже три пака. Это же прекрасно. Что может прекраснее, что может быть прекраснее, чем три пака на соляре? Только легендарный Даган из эпикпака. А за 11 побед 2 эпикпака и 1 рарный. Ну это повкуснее будет. Lord Seo Rule. Check Lethal, check Favor and Phantom. Board Control, Attack, Damage. Блин, я хочу есть, не хочу думать. Меня все устраивает. Не, ну тому челику вначале невероятно было весело с пикпокетами и с украденной стрекозой, но потом все-таки справедливость восторжествовала. Надо было пантерку ставить. Справедливость. Понятно. Все понятно. Записываем поражение. В теории, да, два урона мог нанести лишних. На практике увидим. Бочки. Меня больше беспокоит энфорсер. Бочки меня особо не парят.
Хорош. Раптюра. Раптюра. Я отходил, сколько стоит включить Дору? Нисколько. Зачем включать Дору? Даже англоязычный стример я слушаю. Да я не люблю попсу. Особенно тиктокную. Как раз. Жулик, не воруй. Блин, ну как это работает? Походу, 11-й победы не будет, пацаны. Грин апельсин. Не понимаю, о чем вы. Здорово, Рубмян. Ты поздновато. Сегодня, скорее всего, второго стрима не будет. Надо пораньше спать лечь. Что? Только один стрим в день? Получается, да. Проиграно с треском. Стек Михалычу. Последний стрим сегодня. Да, надо похавать, пораньше лечь спать. Завтра надо ехать делать... Ящик плюс бабулю поздравлять за Данюхой. Где мой хант? Я вот не понимаю. У него раптюра есть всегда, у меня хант. Редкий гость. Летал. Один урон. Ну все. Все понятно. Ну че, пацаны? 10 из 18. Двадцать побед еще надо бы до 30 сделать. Слетел опять в начало соляры. Рейдить кого-нибудь, не рейдить. Михалыч не стримит. Ноу Кости, ну... Он меня никогда не рейдил. Поэтому... ХЗ. Сомнения. И у него только чат для фолловеров, тем более.
О чем может вообще речь идти? Пусть там со своими фолловерами общается. На Солярии 10 побед, неплохой результат. Я согласен, да, на фри-то-плей колоде. Три пака залутать, это хорошо. Че это мне в чат никто не пишет? Хитрый фрукт. Так, будем искать самородки. Так. Самородки, самородочки мои. Золото отвечаю. Золотишко. Золотое. Ой, бам. Здорово, поздно ты зашел. В бассейне давай. Что там с твоим туриком вчера? Топ-1, топ-2. Чемпион. Ты можешь наблюдать за чемпионом. Спасибо. Так, ну что, прямо золото, золото, алмаз, алмаз? Не вижу. Какая-то щекастая. Нет, это кринж. Точно нет. Давай качество шедоу тоже сидит. Ща найду. Го, нет, не го. Ладно, там вверху что-то было. Интересное. Вот это. Что там с чатом? Чат открыт. Вроде качественно, пацаны. Сейчас полетим. Наводить суету. Итак. Качество. Ух ты, FPS, FPS равен нулю. Ну что, на сегодня все. Взяли 10 побед из 18 игр. Лутаем баллы. Паста вот эта маленькая. На тоньке, на тоньке. Раз картовка, это просто поразительно. Всем спасибо, не забываем, кто лучший. Правильно, вы лучший. Палец указывает именно вас. Вот рука, вот палец. Все, давайте, как всегда...